Здравствуйте! Добро пожаловать в интернет-магазин Raywood. Меня зовут Катя, и сегодня я покажу вам чайный сервиз из коллекции Hemisphere от французской марки Gilles Coquet. Шедевром всей этой коллекции я считаю чайник. Но только посмотрите, какой он эффектный и интересный. Какая у него интересная форма и какая металлическая ручка. Ручка крепится к корпусу с одной стороны двумя маленькими крючками, а с другой стороны изящной кнопкой. Посмотрите, кстати, как красиво заканчивается эта ручка. Ее хвостик похож на атласную ленту, которую обрезают, упаковывая подарки. Такого рода крепление удерживает ручку таким образом, что она никогда у вас не опрокинется и не повредит ваш любимый чайник. Корпус чайника матовый и рельефный, а вот крышка глянцевая. Она очень красиво сочетается с блестящими металлическими элементами. Ну и как же не сказать о носике? Он здесь на восточный манер, высокий и вздернутый. Объем чайника ровно 1 литр. А мы переходим к сахарнице. Она имеет здесь размер 250 мл. И ее форма тоже очень изящная и лаконичная. Как и у чайника, ее поверхность матовая, а крышка глянцевая, с ручкой в виде шарика. Сливочник в этой коллекции имеет объем 250 мл. Только посмотрите, насколько он стильный. Напоминаю вам, что эти рельефные линии наносятся на изделия вручную. Носик здесь начинается у самого его основания и тянется уголком вверх. А в самой узкой его части небольшая круглая насечка. Она сделана специально для того, чтобы когда вы наливаете молоко в кофе или чай, оно у вас не разливалось, не брызгало и не текло по поверхности носика. В этой коллекции три размера чашек, самая большая из которых имеет объем 350 мл. Только когда держишь ее в руках, понимаешь настоящее величие лиморского фарфора. Насколько этот материал тонкий и прозрачный, она практически невесомая. Только посмотрите на этот эффект. Настоящая полусфера. Следующая чашка объемом 220 мл. Она тоже считается чайной, но подойдет и для капучино. Очень красиво все эти чашки сочетаются с блюдцами, потому что линии на чашке буквально перетекают и расходятся по блюдцу. И последняя – кофейная чашка объемом 120 мл. Она не такая широкая, как чайная, а наоборот вытянутая. Такая форма позволяет кофе долго оставаться горячим. Это были все предметы, относящиеся к чайному сервизу в этой коллекции. На нашем сайте raywood.ru вы можете приобрести его набором, а можете выбрать для себя всего одну чашку и сделать ее любимой.